8 сентября прошла встреча с ведущим телевизионной рубрики «Казан-мангал», многократным победителем конкурса кулинарных книг «Гурман» Сталиком Ханкишиевым и презентация его новой книги «Плов». В своей новой книге автор рассказывает обо всех тайнах приготовления этого древнего, вкуснейшего блюда. В ней подробно описаны не только нюансы самого приготовления многочисленных вариантов плова, но и важные вспомогательные операции. Как выбрать рис, как резать морковь, как поддерживать огонь, с чем сервировать плов, какие к нему подавать закуски и напитки. Словом, все, что необходимо для того, чтобы плов стал праздничным блюдом на вашем столе. Настоящий узбекский плов в русской печи легче и проще, чем в казане. Если я готовлю плов в казане, то я все, 3 часа печи пропало. Возле казана надо стоять, шумовки не отойдешь. Значит, когда готовишь в русской печи, ему нужно подойти всего лишь на всего 2 раза. Первый раз я заложил там все продукты, которые требуются обжарить и протушить, и поставил сильно разогретую печь прямо в жар, прямо в угли. Второй раз я долил туда воду и насыпал рис. Закрыл его горшком и крышкой, и снова поставил горшок в печь. То есть 2 раза и на выходе, вот посмотрите на эту картинку, но если кто-то знает и понимает, как должен выглядеть узбекский плов, скажите мне, почему это не узбекский плов? Это вполне себе узбекский плов. Сталик рассказал, как пользоваться его книгой. Автор обратил внимание читателей на то, что страницы книги 2 цветов. Сверстана она в альбомном горизонтальном виде. Прочитав книгу и попробовав приготовить шаг за шагом блюда по предложенным автором рецептам, вы сможете овладеть искусством приготовления плова, так что он станет главным праздничным кушаньем вашего стола.